эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Дым от горящих лесов накрыл Саров. Обстановка с природными пожарами вблизи города остается сложной. Пить больше воды и меньше находиться на улице. Как сохранить здоровье, когда на улице смог? К 75-летию Арфят Сунеев в Сарове стартовал чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Далее расскажем во всем подробно. Дым от пожара в Мордовском заповеднике накрыл Саров. Это произошло из-за того, что изменилось направление ветра, рассказал начальник главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов. Обстановка с лесными пожарами вблизи города остается сложной. Все силы брошены на борьбу со стихией. В общей сложности на пожары, как на территории Нижегородской области и Республики Мордовия, работают около 1500 человек и где-то порядка 500 единиц техники. Значит, эта техника как пожарная, так и инженерная техника. Значит, от МЧС России, значит, у нас работают порядка 450 человек и 79 единиц техники. Значит, всей этой техники вполне достаточно, чтобы снять угрозу распространения лесного пожара, ну и не допустить его перехода на населенный пункт. Общая площадь пожаров составляет около 12 тысяч гектаров. По словам главы города Алексея Сафонова, в Сарове очагов горения нет. Ситуация находится под контролем. МЧС проводит организационные мероприятия по отжигу территории и по созданию минерализованных полос, тем самым обеспечивая безопасность для города, что даже в случае резких изменений погодных условий мы предотвращаем распространение огня в сторону города. Напомним, пожар в Мордовском заповеднике тушит с 3 августа. Ранее МЧС России сообщила о введении в лесах Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. По прогнозам, дым от лесных пожаров продержится в городе еще сутки. Из-за горения лесов и торфяников в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, которое содержит такие опасные вещества, как углекислый, угарный газ и окись азота. Как защитить свое здоровье, расскажем в следующем репортаже. На сегодняшний день сильное задымление – основной повод для волнения у горожан. Едкий газ содержит такие опасные вещества, как окись азота и углекислый и угарный газ. Это негативно влияет на здоровье и самочувствие жителей. Запах смога и частички пепла сбивают дыхательные пути, вызывают головную боль и недомогание. От этого особенно страдают люди группы риска – беременные женщины и дети, пожилые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами органов дыхания, лишним весом, аллергическими реакциями и сахарным диабетом. Таким людям нужно внимательно соблюдать рекомендации врачей и всегда иметь при себе необходимые лекарства. Обязательно даже пользоваться масками или марлевыми масками, которые задерживают вещества, которые в воздухе находятся. Но, конечно, не защищают они от дыма и газа, но, тем не менее, они облегчают состояние и меньше токсическое влияние на дыхательную систему будет, да, и сердечно-сосудистую. Маски стараться увлажнять. При сильном задымлении необходимо пить больше чистой воды и избегать кофеина. В рационе увеличить количество фруктов и овощей, есть меньше жирных продуктов. Чтобы снизить токсическое воздействие смога на организм, можно принимать витамины С и Е. Если вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери, а любителям спорта лучше воздержаться от физических нагрузок. После улицы обязательно промывать нос и полоскать горло. Можно использовать обычный физиологический раствор, либо в аптеках средства, которые специально, да, для полоскания дома, по возможности, опять же, если есть кондиционеры, воздуха. Очистители, тоже пользоваться ими. Первые признаки отравления угарным газом – замедленная реакция и несвязная речь. Могут быть расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, нарушение дыхания, потеря сознания. Если вы заметили симптомы у себя или близких, срочно вызывайте скорую помощь. В День знаний 1 сентября в Сарове стартует просветительская акция «Атомный диктант». Он пройдет в онлайн-формате до 14 сентября. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию в личном кабинете на сайте atomdiktant.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок. Финансовое мошенничество» начал работать на портале госуслуг. Как пояснили в пресс-службе Минфина, сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том,
как противостоять телефонам и кибермошенникам, а также описывает механизм действия финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций. 31 августа с 10 до 12 часов в окне «Мой бизнес» по адресу проспект Октябрьский, 13, специалисты Центра занятости населения проконсультируют о государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части компенсации затрат на выплату заработной платы, увеличенную на сумму страховых взносов, а также ответит на вопросы по содействию самозанятости безработных граждан. Запись по телефону 99263. 99266. В поликлинику номер 1 поступила первая партия вакцины против гриппа Ultrix Quadri. Об этом сообщает КБ-50. Вакцину изготовили в этом году с учетом прогнозируемых подтипов вируса. Препарат предназначен для людей до 60 лет. Прививочная кампания против гриппа пройдет одновременно с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Врачи рекомендуют соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и COVID-19. Можно совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами национального календаря. Оптимальный срок иммунизации против гриппа – период с сентября по ноябрь. Записаться на вакцинацию можно самостоятельно на портале пациента, на официальном сайте КБ-50 или по телефону колл-центра 95511. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19630 новых случаев заражения коронавирусом. 403 из них в Нижегородской области. Второй за день заболели 10 человек. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелой степени. 26 в средней степени тяжести, один в легкой. Возможно ли вернуть старый маршрут движения автобусов? С такой просьбой в нашу рубрику «Городской дозор» неоднократно обращались прихожане храма Всех Святых. Если раньше общественный транспорт останавливался рядом с храмом и добраться домой после утренних или вечерних служб саровчане могли без труда, то сейчас пожилым людям приходится идти на остановку ко второй поликлинике. Подробности далее. Скоро осень, близятся дожди, слякоть и холода. Если в теплую погоду прихожане храма Всех Святых добираются домой после утренних или вечерних служб без особого труда, то зимой или поздней осенью этот путь становится для них практически непреодолим. Основная причина – гололед. Помогите нам, пожалуйста, потому что без храма, ну, мы уже практически не мыслим в своей жизни. Без веры тоже. Мы просто просим по-человечески, помогите нам, пожалуйста. Тем более удивительно, что оставляют без транспорта такую жемчужину, как наш монастырский комплекс. До мая 2020 года у храма останавливался автобус, но сегодня этой остановки нет в маршрутах общественного транспорта. Добираться домой также сложно юным воспитанникам воскресной школы и студии раннего развития «Родничок». Это вот в летнее время хорошо, а зимой здесь достаточно скользко, подъем в гору. Вот у нас были отказы от посещения детей, которые желали бы получить азы православия в нашей воскресной школе, в связи с тем, что очень сложно добираться. Нет транспортного остановки непосредственно вблизи с воскресной школы. До изменения маршрута на этом участке измеряли пассажиропоток на протяжении определенного периода. Результаты показали, что пассажиров на этом маршруте практически нет, рассказал представитель горавтотранса. Это не единственная причина корректировки маршрута. Для транспорта, тем более для нашего транспорта, где большие автобусы там в зимнее время развернуться не смогут, снег там убирается не всегда, в час пик он оттуда выехать не может, что сказывается на, не только на этих пассажирах, а на всех остальных, которые ждут автобуса, а он либо опаздывает, либо не приходит своевременно. Маршрут получится изменить только в том случае, если появятся автобусы меньшего класса, которые смогут спокойно заезжать к монастырскому комплексу, не отставая от графика, пояснил Игорь Кузнецов. В Сарове стартовало первенство России по баскетболу среди мужских команд. На соревнования приехали команды из Тулы, Перми, Москвы, Курска, Нижнего Новгорода. Первенство посвящено 75-летию Рафиат Цвниев. Подробности в следующем репортаже. Первенство России по баскетболу среди ветеранов Саров принял впервые. Сначала по спортивному принципу выбрали Нижегородскую область. Позже возникла идея провести чемпионат в Сарове, приурочив его к 75-летию атомной отрасли. Этому предшествовали успешные выступления нижегородцев и саровчан в российских соревнованиях. Нижегородцы поняли, что лучше Сарова, пожалуй, пока на сегодняшний день города для проведения такого масштабного мероприятия нет. Участвуют очень сильные команды. Это грандиозное событие в нашем духовном центре и научном центре. Всего в чемпионате примут участие 6 сильнейших российских команд. Сначала участники встретятся в групповом этапе, по итогам которого пройдут матчи в рамках плей-офф, где команды будут бороться за призовые места.
каждая команда, которая выигрывает, она принимает большее количество очков, проигравшие нули. Поэтому все идет по двум группам, а потом играют полуфиналы и финал. Финалы будут 28 числа. А кто будет там, уже сейчас трудно сказать. В первый соревновательный день на баскетбольной площадке встретились команды «Росатом» Арфиат Сванеев и «Урал Грейт». С начала игры в лидерах держались «Росатомовцы», но в третьей четверти они начали терять преимущество. В финале игра накалилась. Борьба продолжалась до финального свистка. Никто не хотел уступать. На последних секундах решающий мяч забила команда «Урал Грейт». Матч закончился со счетом 76-74 в пользу уральцев. Удался старт. Первые две четверти мы довольно-таки неплохо сыграли. Хорошо все у нас получалось. В третьей четверти немножко подустали. Видно, сказываются перелеты у игроков. И игроки у нас издалека есть, из Иркутска, из Новосибирска. Часовой пояс немножко сказался. И не хватает, конечно, сыгранности. В дни проведения чемпионата спортсмены встретятся с жителями города. Проведут показательные занятия для всех желающих. Организуют детский турнир по стритболу. Среди болельщиков разыграют памятные призы. Будь сильным, будь умным, будь уверенным, будь интересным. Молодежный центр приглашает юных саровчан познакомиться с программами дополнительного образования и записаться в различные творческие, спортивные и образовательные объединения. Подробности далее. Более 20 секций, студий и объединений будут работать в новом году на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и творческие способности. Также ежегодно в молодежном центре реализуют новые уникальные программы. Мы стараемся ежегодно проводить мониторинг услуг, узнавать потребности горожан, изучаем и отслеживаем современные тренды и по возможности ежегодно открываем что-нибудь новое и интересное. Большое внимание уделяется области информационных технологий, чтобы ребята с юного возраста могли овладеть основами программирования и, возможно, в будущем стать востребованными разработчиками. Одно из таких направлений – Matata Lab. Это конструктор, с помощью которого ребята познают самые-самые азы программирования, алгоритмические задачки решают. Еще одно востребованное в обществе направление – инженерно-математическое. Обучаясь по этой программе, ребята будут решать простейшие головоломки и операции и постепенно научатся работать со сложными движками и с программируемыми микроконтроллерами. Это комплексная программа, где занятия по математике чередуются с прикладными занятиями. Это сборка научной игрушки. Ну, приведу пример. Кораблик с моторчиком, машинка с двигателем, электрический фонарик, который дети сами с помощью преподавателя собирают по схеме. В молодежном центре открыта запись в различные спортивные секции. Получить базовые навыки в выбранном виде спорта детям помогут профессиональные тренеры. А ребята смогут развить свои физические качества, научиться чему-то новому и весело провести время. Это теннис, это обучение плаванию, это фитнес с элементами коррегирующей гимнастики. Кроме уже полюбившихся горожанами спортивных секций, в этом году начинаются занятия по интересной программе, которая совмещает в себе сразу два вида спорта – бокс и фитнес. Заниматься могут как дети от 5 лет, так и взрослые. Изучаются элементы бокса, снимается эмоциональное напряжение, безусловно, выполняются все задачи фитнеса. То есть, если люди хотят помимо аэробной нагрузки еще получить какую-то психологическую разрядку, мы ждем на этих занятиях. Также открывается уникальная программа для молодых родителей «Учимся с мамой». Занятия направлены на сенсорно-эмоциональное развитие детей 2-3 лет и помощь родителям в воспитании малыша. К нам зачастую приходят молодые родители, у которых очень много вопросов по развитию, воспитанию детей. И вот ответы на эти вопросы они смогут получить, как раз обучаясь на этой программе. Кроме трендовых программ, открыта запись на полюбившееся саровчанам направление. Это программа «Учусь читать для малышей от 5 лет», «Скорочтение и английский язык», «Нестандартная математика» и «Брейкданс». Записаться можно во время дней открытых дверей до 27 августа или оставить заявку на официальном сайте молодежного центра. Дополнительную информацию о программах обучения можно получить по телефонам 9-91-18 и 9-91-19. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.